Доброе утро, ребят! Привет вам из солнечной Молдавии. Мы на нашем старом объекте пришли монтировать входную дверь. У нас тут дверь будет необычная. Дверь будет шведская дверь, но очень крутая дверь. Давайте я вам покажу, как выглядит настоящая шведская дверь. Вот так выглядит шведская дверь. Здравствуйте, ребят. Ну, мы закончили монтаж нашей входной шведской двери. Я вам немножко сделаю маленький видеообзор, как мы смонтировали эту дверь. Мы использовали пленки от компании Soudal, использовали Alubend, ну, естественно, наши пластины. И немножко расскажу про саму дверь. Дверь, она сама по себе деревянная. На ней 7 слоев краски, замок от компании ASA. Силиконовый уплотнитель очень хороший. Как я вам говорил, внизу мы использовали пленки Alubend. По периметру использовали пленку PSUL. И с внутренней части использовали пленку от компании Soudal.
Крепили мы ее на пластины. На этом заказе дом энергоэффективный, и дверь выбралась. Почему шведская дверь? Она тоже энергоэффективная, теплопроводность двери там где-то 0,8-0,7. Мы посмотрим, как она себя поведет, когда уже будет все готово, спустя отоплением, проверим тепловизором. Естественно, вам покажем, как это все выглядит. Если вам видео понравилось, ставим палец вверх, подписываемся к нам на канал. У нас есть еще одна такая шведская дверь, мы ее будем монтировать в другом доме. Монтаж там приблизительно такой же, просто там будет порезованный кирпич. Жду ваши комментарии, вопросы. И до скорой встречи.